Порт Холмск на Южном Сахалине – место приписки дизель-электроходов, обслуживающих морскую паромную переправу. Железнодорожные составы с разнообразными грузами плавно въезжают в трюмы парома-гиганта. Взят курс на Ванино, один из крупнейших транспортных узлов на материке. 6 дизель-электроходов совершают регулярные рейсы через Татарский пролив. На полную мощь работает первая очередь морской переправы. Но уже назрела необходимость увеличить ее пропускную способность. В ближайшие годы будет введена в строй вторая очередь паромной переправы Холмск-Ванино.